2009 году у нас была идея, это «Жемчужина». Образ более женственен, потому что мы в первую очередь ориентируемся на тенденции, на то, что людям хочется видеть. Женщина облачается в красивую ткань, блеск, перламутр такой присутствует. То есть вот и теплый эффект, который хочется потрогать, хочется одеть. Это не должно быть навязчиво и чересчур гламурно. Оно все выдержано в определенном своем понимании. Вже сьогодні п'ятий день поспіль відбувається український тиждень моди. Вчора хочу тебе привітати. Був розкішний показ від Юлії Айсіної. Я знаю, що ви в дуеті спрацювалися, ти створила для неї колекцію прикрас. Ну, мені дуже сподобалось. Як вам спрацювали з Юлією? Отлично. Просто так як я вже год цим займаюся, тобто я займалася цим раніше, але зараз вже вплотную, як би серйозно займаюся виготовленням украшений. І це пользується огромним спросом. Без ложной скромности скажу, не только в Украине, в России, но уже и у меня есть поклонники и в Лондоне, и в Италии, и в Испании, и в Нью-Йорке, и даже и в Лос-Анджелесе. Девочка во Франции познакомилась, она с меня сняла кольцо, кстати, вот такое, как у тебя. Ну, у мене, ти, як розумієш, да, Тетяна Мітус. Я б, власне, відчула те, що ти будеш головним трендсеттером ювелірній індустрії української ще на попередньому сезоні. Yeah. От. І я з тих пір обожнюю особливо ці стрічечки, які зараз користуються особливою популярністю і знаходять різноманітні варіації. От я бачу, в тебе дуже красиве, ніжне. Така, знаєш, я б назвала канівська. Можна ось в такій стрічці йти на канську доріжку. Да, ну, в общем, это на самом деле сейчас на самом пике. Ну, так как ты знаешь, что мода, в принципе, существует 5 лет, и, ну, это так, такой цикл, который неумолимо как бы соответствует какой-то тенденции или какой-то детали. И изначально она появляется на подиуме у самых смелых там дизайнеров, да, и самые смелые люди, которые идут впереди всех большими восьмимильными шагами, убегая далеко вперед, они это покупают, одевают, как бы, и сначала на них все показывают пальцем, смеются зачастую, да, потому что это не совсем вписывается. Но мы люди, мы же привыкаем ко всему, и когда мы это уже видим,
видим, мы, я говорю про всех людей сейчас, да, видим это все чаще и чаще в журналах, по телевизору и на всяких мероприятиях, то постепенно, уже году третьему, это вот называется самый пик какой-то модной детали. Вот сейчас приблизительно самый пик вот этих, они и хиппи, можно сказать, да, они там сейчас тиары, диадемы, все такое, все, что носят на голове. Вот, а потом оно постепенно уже как бы сходит на нет, а вот сейчас уже зарождается какая-то новая деталь, которая будет на пике там через 3 года. Танечка Мідус, я тобі дякую, спостерігаємо за тобою. Розкішна, красива, талановита. На Ukrainian Fashion тільки такі персони. Ukrainian Fashion – новий наймодніших подій. Четко выпускать, вы должны достаточно четко, быстро идти. Я хочу уложиться в 16 минут. Традиционно, конечно, норка. Вот в этом году вы видели очень много лисицы. Хотя мы лисицу использовали в прошлом году, но ее было меньше. Это и рысь, это и соболь, это и куница. То есть на самом деле вся прелесть, наверное, моей работы в данном случае состоит в том, что я могу, как английская королева, понимаете, говорить производителям: «Я хочу соболь! Все, хоть тресните, дайте мне соболь». Я даже не профессиональная модель. Нет, я никогда не была моделью. У меня 3 детей. Но благодаря Косте несколько лет назад, просто ради удовольствия,
мы тут бываем. Да, это все друзья. Это все хорошие друзья, мало того. Это друзья, которых не стыдно выпустить на подиум. И рядом с которыми, ну, даже вот юные дарования, юные модели смотрятся достаточно органично. Шубы и вообще очень многие изделия, которые он шьет специально для меня. Он настолько чувствует каждую женщину, что я бы сказала, что это просто индивидуальный подход к каждому клиенту. Тепло и уютно, как в объятиях любимого человека.